Prodexpo 2022. Здесь интересно и вкусно. Здравствуйте, давайте знакомиться. Добрый день, меня зовут Владислав, представляю компанию Sostra, производитель торговой марки Sensoy паназиатских продуктов. Если кто-то вдруг не знает, я думаю, знают абсолютно все, потому что вашу продукцию мы видели во всех уже магазинах, кто-то уже и пробовал, и есть любители, которые покупают только вас, но все-таки давайте расскажем про линеечки, что же у вас есть в продаже. Конечно, с удовольствием. Прежде всего, это, конечно, соевый соус. Мы сейчас в России единственное предприятие, которое производит соевый соус путем естественного брожения по традиционным технологиям, то есть полного цикла. Наш соевый соус, действительно, я думаю, уже знают все в России. Мы его производим по японским современным технологиям, предлагаем натуральный, качественный продукт рынку. Линейка в себя включает огромное количество видов. Это как самый обычный классический соус, так и с добавлениями, соус для суши, соус пряный, маринады различные на основе соевого соуса. Соевый соус. Помимо соевых соусов, мы предлагаем рынку различные соусы паназиатской кухни. Сейчас наибольшей популярностью пользуются такие виды, как сладкие чили, острые чили, соус шрирача, известный тайский соус. Вот. Мы делаем продукт, который для потребителя нашего будет наиболее интересен, наиболее вкусен и знаком, самое главное. То есть с помощью наших азиатских технологов, которые работают на нашем предприятии, мы можем предложить наиболее аутентичный вкус, с которым, не побоюсь этого слова, знаком весь мир. Ну и мы знакомим, собственно говоря, российского потребителя. Спасибо вам за это. Давайте немножко расскажем про вот эти замечательные коробочки, которые спасают не одного человека, а там тысячи людей. Да, действительно, не вы первый, на самом деле, с каждым днем становится все больше у нас почитателей, потребителей этого продукта. На самом деле, это популярный во всем мире уже формат еды, это lunchbox, готовая еда, но здесь мы предлагаем интересную лапшу, здесь фунчоза, здесь рисовая лапша с аутентичными вкусами. Буквально 5 минут это заливается кипятком, лапша готова, внутри вкусный азиатский соус, плюс добавления идут либо орешки, либо арахис. И, соответственно, вкусное, готовое азиатское блюдо у вас под рукой для быстрого и питательного перекуса. Хочется поскорее закончить наше интервью, поставить чайничек и уже насладиться этим вкусом. Ну, наверное, что же вам желать? Вас все знают, вас все любят. Наверное, пару слов потенциальным клиентам, которые с вами еще не работают, или вообще о планах компании. Планы компании большие, мы все время развиваемся, мы расширили наше производство, модернизируем его постоянно, стремимся к тому, чтобы наши технологии соответствовали самым высоким мировым стандартам, поэтому работаем над улучшением вкусов, работаем над увеличением линейки. Буквально на днях, можно сказать, мы сделали ребрендинг, сейчас наш бренд выглядит вот именно так, наша торговая марка, более свежо, более интересно. А всем, кто еще не пробовал, призываю попробовать наш продукт. Для партнеров в плане сотрудничества мы предлагаем наиболее гибкие, интересные, выгодные условия. Поэтому мы рады любому партнерству. Главное, чтобы это было взаимовыгодно, интересно для нас всех. Удачи вам на нашей выставке. Благодарю вас, спасибо.